Всем привет! Вы на канале Мир Заброшек. В этом выпуске увидите брошенный Chevrolet Lachetti. Данная находка уже стоит как минимум пару месяцев. Владелец автомобиля на лобовом стекле оставил записку, чтобы люди не злились и что он машину сегодня заберет. Это было 6 февраля и обещал забрать автомобиль до 6 часов вечера. Аккум сел у пацана. А то, что передок раздолбан дрободан, то это скотчем лечится, то не проблема. А вот аккум сел — беда, поэтому пришлось машину оставить. Видно, что парень очень серьезный и любит погонять, сделал легкий тюнинг, что тоже не забыл упомянуть сзади автомобиля, но спереди уже не нужно упоминать. Итак, видно, что тачка прокачана. В этом выпуске про историю модели рассказывать не буду, так как автомобиль в принципе не настолько стар, чтобы была интересна история этой модели. Их на наших дорогах много, недорогая в обслуживании и достаточно надежная машина. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья.